Все такие, знаешь, вот два пальца закрывает. В программе Норкин она идет. Да вон, выставили полный магазин. Проблемы изучения языка английского. Обсуждение. Вот как наш пожилой человек, вот, нам уже такие узкие нельзя, нам нужно... Вот только анекдот. Пошире. Да. Английский язык, вот, понимаешь. Говорю, куда ехать, понимаешь, где наши фабрики, не понимаю. А это, не знаешь, найти вот эти в Британии человека. Там сейчас эту обувь. Это медицинский факт. Я думала, и ноги сломали. А не мое лишь. Ну, а так все по-старому. А не личное. Вот, мое лишь мнение. Как раз в магазине была, и Леша звонит. Слава Гамму, да? С Алешкой ездил на залив, там ему показывали. To know and well. Вот. А около магазина у нас эти, как его, качели понять там устроили. Не я говорю, давай-ка Лёшку прокатим вот на этих вот. Ну, уже он, 4 да не возьмут века. Его, я говорю, да возьмут, они деньги зарабатывают. И правда взяли. По одной простой причине. Посадили его, привязали. Глупости, невежества. И начали вот так вот. Общее проклятие человечества. На таких вот резинках. Как говорил Вильям Шекспир. И снять это проклятие. Я говорю, вот видишь, невозможно. Я говорю, а так бы, я говорю, ты бы не приехал сюда.